Привет всем! Привет, меня зовут Даня. Сегодня мы будем открывать слайм с спиннером и куклой. Сегодня мы откроем еще один спиннер. Он называется Fidget Spinner. Вот так он выглядит. Также Fidget Cube и Patty Pips третьего поколения. Это магнитная плазма бронзового цвета. Здесь также есть глаза и еще такой специальный магнит. Это не совсем слайм. Я даже не могу назвать это слаймом, потому что он не такой, как обычная слизь. Он более плотный. Его еще называют плазмой. Даник, что ты открываешь первым? Спиннер. Давай. Вот такой спиннер с тремя сторонами. На каждой стороне у него есть подшипники. Вот, с ним можно делать разные трюки, играться тоже. Вот такая вот вертушка. Держи. И следующим ты открываешь что? Слайм. Плазму. Опа, глаза убегают. Вот такие вот глаза. Бронзовая плазма. Слизь. Слизь ее трудно назвать, потому что она очень-очень такая твердая. И вот такой довольно-таки сильный магнит. Сейчас проверим, что произойдет с магнитной плазмой. Сейчас мы вытащим. Вытащили кусочек. И вот так вот она примагничивается. Это слизь. Это плазма. Можно к холодильнику? А, ты хочешь попробовать, прилепляется ли слизь к холодильнику? Это слайм. Да. Вот это плазма. Даник, она сама не магнитная. Там кусочки железа, там кусочки металла внутри. За счет этого она примагничивается. А к холодильнику она прилепляется за счет своей липкости. А магнит довольно-таки крепкий. Прилепляется. Просто металлическая плазма, которая может к магниту прицепляться. Даник очень понравился магнит. Прям везде его примагничивает. А мне понравилась сама вот эта плазма. Опа. Покажи. Он ест свой нос. И у нас осталось что? И у нас остался Fidget Cube. Вот он кубик. У него с каждой стороны есть что-то, с чем можно поиграться. Вот. Здесь что-то нажимается, включается, выключается. Что здесь? А, здесь нужно крутить. Так. Тут кнопочки, которые можно нажимать. Это игрушки для снятия стресса. А здесь просто крутится этот кружочек. И вот эти шестеренки тоже вращаются. Вот здесь мини-инструкция. Написано клик, глайд, флип, спин, ролл и приз. А здесь просто углубление. Наверное, просто его так вот теребить можно. Да, кстати, очень классная вещь. Мне не хочется выпускать ее из рук. Хочется все время теребить и играться. Снимает стресс. Держи. И на сегодня все. Если вам нравятся прикольные гаджеты, смело ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.